Я вот смотрю, я понимаю, что хорошего человека должно быть много. О, я 40 килограмм потерял, что вы говорите. Сколько сегодня у вас вес? У меня 165. А было 205. Да. Вес мешает, скажите, это конечно, проблема? Конечно, конечно. Вообще не люблю толстых людей. Вообще. Но толстые они добрые. Это заблуждение, понимаете. Как говорил один мой знакомый, сотрудник, он говорил, каждого, Кахов Танзилович, он говорил, пожилой был человек умный, директор большого завода, он говорил, каждого человека одинаковое количество говна, просто маленьких оно выплескивается. Ну вот 40 килограмм вы потеряли. За счет да. чего? Усилия, усилия над собой? Да, усилия, усилия. Очень мало ем. То есть, вы представляете, иметь деньги, быть грузином, который априори любит столы? Очень люблю, да. Очень люблю. Очень люблю. Что вы любите поесть? Я подразню вас немножко. Ну, ничего страшного. Я уже выработал. Я люблю... Нет, мне нет такого одного любимого блюда. Кстати, украинскую кухню очень люблю тоже. А из грузинской что любите? Грузинскую люблю, чакапули люблю, значит, сациви люблю, хинкали люблю. Ну, еще блюда, которые, может быть, менее известны там. И немножко лобио. Лобио тоже очень люблю, да, правильно сделано лобио. Вареники люблю, сало люблю, налистники с маком. Очень теоретически люблю. Вы можете еще похудеть? Вот вы себе да, ставите конечно, задачу? Конечно, да. Я еще похудею. На сколько килограммов? Ну, это как получится, но и похудею точно, да.